Делегация Узбекистана принимает участие в форуме Шанхайской организации сотрудничества «Год туризма 2023». Площадка развернулась на территории одного из главных туристических центров Китая – историческом городе Урумчи, Циньцзянь, Уйгурского автономного района. Цель форума – поддержка индустрии туризма и повышение туристической привлекательности городов и регионов на пространстве ШОС. Китай – страна с самым большим количеством населения, один из крупных рынков для туристического обмена. В приоритете как раз-таки использовать весь имеющийся потенциал, для рассмотрения которого эффективной площадкой и стал форум ШОС в Урумчи. Налаживание контактов позволило расширить сотрудничество на пространстве ШОС, население которого равно 44% жителей земного шара. Мы видим динамику сегодня в сфере именно туризма. То, что Узбекистан был выбран площадкой, говорит о том, что в стране очень большой потенциал. Наш регион это тоже очень интересует. И мы сегодня, проводя и двустороннюю встречу, проговорили вопросы по углублению и дальнейшему взаимодействию в этой сфере. Самое лучшее, то, что можно было сделать, наверное, было сделано то, что ваш президент вот именно вот эту инициативу выдвинул. И ее бурно поддержали. И вот сегодня вот новый импульс она дала развитию и туризма, и отношения. Это и обогащение, и взаимное, и культур, и истории государств и так далее. В 2022 году в ходе заседания Совета глав государств, членов организации в городе Самарканде принято решение о проведении первого тематического форума «Год туризма 2023». Мероприятие позволит увеличить турпоток между государствами-членами ШОС, реализовать совместные проекты и устранить существующие препятствия на пути развития устойчивого туризма. Эта инициатива, как и много других прекрасных глобальных инициатив, была предложена президентом Узбекистана. Конечно, форум носит не просто формальный характер. Каждая страна, член ШОС, предлагает свои решения. Мы договариваемся о том, что Узбекистан с Казахстаном, а позже все другие члены должны продвигать свой туризм единым стендом, единым брендом. Мы для себя, как Казахстан, уже решили, что, принимая гостей, мы будем делать все на их пути, чтобы напоминать о том, что есть совсем близко Узбекистан. Форум начался с пленарного заседания «Туристический потенциал пространства ШОС». В фокусе внимания – знакомство мировой общественности с национальными традициями, обычаями и наследием. В ходе сессии также обсуждались развитие туризма в рамках организации, сокращение бедности за счет развития сектора. По имеющимся данным, по маршруту Великого Шелкового пути в Поднебесную приезжают туристы из 128 стран мира. Туристское направление будет способствовать укреплению партнерства не только в экономической, но и в социальной, культурной сферах международной организации. Согласно принципу шанхайского духа.